Всем привет, с вами Виоленик, и сегодня я наконец-то разберу по полочкам, почему я не люблю Brawl Stars, почему я его просто ненавижу. Ну, мы начинаем. Посмотреть, вот что сразу я в этой прекрасной игре, что мне в первую очередь бросилось в глаза. Ну, наверное, то, что лобби, как у какой-то обычной донатерной помойки. Brawl Pass. Ну, Brawl Pass. Сейчас посмотрим. Ого, сколько. Нормально. А чё это он мне? 10 уровней предлагают. Ого, как много. Да, просто захлебнешься уровнями. Давайте посмотрим, сколько их тут всего. 70 уровней. А в чем смысл переплачивать, простите? Вот просто вторая кнопка бесполезна. Просто 10 уровней. Блин. За что? Вот спросите, да что за них да? Ну, так, ты так за 2 дня прокачаешься. Ну, это даже больше не минус, а плюс. Так, а сколько стоят эти гемы? Ого, нормальненько. Это, то есть, я 900 рублей должен заплатить за то, чтобы купить ваш Супер Brawl Pass. Который я еще и еле прокачаю. О, 360 гемов. 2000 рублей можно считать на то, что ты получил какой-то игровой Brawl Pass и еще давайте введем Виоленик. Нету, естественно, запомните, меня в этой донатерной помойке в жизни не будет. Тут кода такого. Если я, конечно, только не скачусь. В таком случае обязательно. Так, ну давайте попробуем раундик. Да, еще вы, наверное, кстати, увидели, что он меня более-менее как качнуто так. Ну, я просто раньше играл, но мне было 9 лет. У меня даже нормально еще не осознавал своей жизни там. Вообще как-то. А сейчас уже более-менее понимаю, что это за игра. И, естественно, перестал давно в нее играть. Еще одна причина. Это, ну, не знаю, как там уже для жутких про, но здесь у меня вообще нету никакого интереса выигрывать. Вообще нету никакого интереса. Потому что ты либо просто проиграешь кубки, либо выиграешь. Ты от этого прям супер нубом не станешь. Ну, разве что за уважуху в классе. Ну, это уже так. У меня уже все на там, наверное, разделилось мнение полкласса. Надеюсь, у вас будет то же самое, что у вас тоже будут ненавидеть Бравл все. Так. Ну, конечно, на самом деле игра, ну так, ну, как, наверное, довольно популярная игра в Play Market и в App Store явно не пойдет. Вот явно. Я знаю Supercell как довольно такую хорошую компанию, знаете. А то, что Clash of Clans, Clash Royale, Heyday, там мои братики водятся еще, кстати. Ну, второй уровень.
Или какой он там? Я даже знать не хочу. А сколько это? 30 гемов за уровень. Отлично. Просто великолепно. Даже не знаю, что сказать. Давайте еще я скажу, прошу мнение у моего отличного друга. Ну, а вы наверняка спросите, ну а чё за друг такой? А я скажу, это канал Эрли Фазава. Это очень интересный канал про палеонтологию. Вот тут даже пожать из чего. Недавно посмотрел тупизм в играх по эволюцию, как вы видите. Еще вот я... У него прикольное видео. Это смешные нарезки из клонов GTA. Так что обязательно заходите на его канал и посмотрите. Так вот, твое мнение потом. На Бравл Старс это кажется, ну, это донатная игра. Там очень большие цены. И как бы мне не нравится, что это как компьютерный вирус. Он есть и на телефонах, и на планшетах, и на компах, и на ноутах. Что-то меня очень сильно надоедает, потому что все играют в Бравл Старс. У меня есть два друга, один одноклассник Игорь. Он играет в Бравл Старс. И мне-то кажется, что нормальные люди не играют в Бравл Старс, а какие-то шизики играют в Бравл Старс. Вот такое мне. И только что нормальным людям не надо качать Бравл Старс, а шизикам надо. Ясно. И правда, здесь довольно ужасная комьюнити. Вот прямо сейчас я убиваю человека с ником Моргенштерн Топ. Вот просто здесь еще наверняка и А4 любит. И ТикТок, и лайки, и все остальное. Думаю, вы поняли. Ну, еще здесь вообще какое-то неравновесие. Вот здесь довольно какие-то бафнутые есть персонажи. Есть, которые супер слабые, есть, которые супер сильные. Причем есть такое, что которые там какие-нибудь легендарки. Они намного слабее той же Селли с Булом. Ну вот кто будет спорить? Естественно, они серые, они сильнее. Но вот это как-то не так, я думаю. А, вот у меня вот есть Волан, а он какой-то слабый. Ну почему? Вот почему он слабее Селли и Була? Вот почему? По моему мнению, он должен быть в раза три сильнее. Я вот только что победил. Мне вообще... У меня нейтральные эмоции. Вообще просто... У меня сейчас... покерфейс просто. Нет вообще никаких эмоций. Просто вот при победе с каменным лицом хотите. Тогда обязательно скачайте себе Браву. Ну а теперь будем подводить итоги. В Бравле дорогой донат. Просто фейспалм при победе. Ну и вправду, как сказал Платон, очень какие-то токсичные игроки. Ну, а на этом, я думаю, вполне уже можно заканчивать наше видео. Так что... Подписывайтесь на меня, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на канал моих друзей Вайнден и Эрли Фазава. Ну а на этом мы будем прощаться. Всем удачи, всем пока.